давай, 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 это просто. Мои Нивны с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Джохан. Это его новое видео, называется «Новый КС», ведь, как мы знаем, будет КС год 2. И погнали посмотрим, что за новый КС, как он там. Я знаю, что там дымовушечка есть. Ноги есть! Ноги! Он в восторге. У меня ноги! Ну да, это непривычно. Вы видели? Вы видели? У вас ноги! Это, наверное, был Сикс какой-то. А уже есть ноги. У меня тоже ноги. Они непривычно теперь выглядят. Никогда не. Их раньше вообще не было. Они раньше вообще никак не выглядели. Ой, хорошо, ой, красиво. Это все потому, что. А скины старые работают все. Не, я знал, что скины все старые принесут 100%, но я не думал, что они уже даже на бетке работают. Это круто. Решай все проблемы. Ой-ой-ой. Вась, я не могу, вертушку еще не выучил. Дымка красивая. Дымка прям вообще красивая. О боже. Ну, все-таки Source это отличный физический движок. По-моему, прям. Я все плевал. Это что, будет Ace в новом КСе? Вась, это будет Ace в новом КСе, да. Чекай. Тат на Б никого не будет стопудово. Они прикольно, внизу карточки, типа, сюда, вот 3 килла уже видно. Прикольно. И уже это... там можно будет воспринимать часы. Тихо, тихо, тихо. Я не могу понять, сколько у тебя хп. 4, да? 4. Тихо. Ой, хорош! Ой, Вась, давай. Давай Эйсюху, Эйсюшечку. Эйс. А! Не упади, не разбейся, 4 хп. Давай, 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 давай! Это просто! Шестой. Минус 6. Новый КС! Это. Я это произнес. Ну, почти новый, да. Это непривычно знать. Охренеть. Я себя реально чувствую, как ребенок на утреннике, будто пришел Дед Мороз и достал огромный красный. Кстати, это были не самые первые впечатления, это была первая катка уже не с ботами, а просто в ММ. А как там раздают КС-ку сейчас? Интересно, ее будут раздать, как в свое время Dota 2, тоже сначала какое-то прям закрыто, потом эти гифты всем подряд. Эх, вот времена Dota 2. Я как будто открыл под елкой какую-то новогоднюю игрушку. Ладно, я хочу оттянуть момент только Dust 2. Наверное, я был бы счастлив в этой игре. Оставьте так! Оставьте! Если короткая, смотри, блядь, короткая и только Dust 2. Вась, да ты, я не знаю, вот я вижу, что это Valorant. Вась, подожди, вот я хочу понять. Тень, у вас у него тень! Ты куда там улетел? Кровяка, конечно. Он выбежал прямо с тенью, прикинь. Как карнаж блеванул. Что-то кинул, смотри, что-то кинул. Что? Флешку, охуеть, какая хорошая. Какая качественная. Так, подожди, а вот это интересно, как она будет. Красиво. Зонтики. Мне нравится, что теперь показывается, как гранату кидаешь, как я понимаю, это только, ну, или это в обычной игре. Не, не будет, в обычной игре это будет полететь позиции. Но это прикольно, чтобы учить раскидки, это крутая тема. Типа камера, кто прятался. Да, это же реально очень круто. Хорош бот. Отлично. Бот гений, бот гений. Новый смоук. Смоук классный. Как неприятно, мне дали аккаунт всего на один день. Ладно, на самом деле, господа, хорошего понемногу. Печально. Вы мне, у кого есть новый КС, черканите, пожалуйста, в ВК. Я не буду против вообще, если дадите аккаунт мне на парочку недель. Опа-на. Какое-то поселение. Все, КС закончится. Давай попробуем Форест без оружия подойти. Вот скажи, вот мы тоже думали, не Форест, гляньте на дробовик. На. Он ко мне бежит. Ну, видишь? Плохая мысль. А. Ого, она устроила вечеринку. Это моя вечеринка. Ого! Ого, нормально. Это что? Это кто? Это муж? А почему он умер? А почему он... выстрелить? Я не стрелял, почему он умер? Почему сердечный приступ? Ну, нога, вот она. Что произошло? А что? Просто нога отпала. Я понял, пизинцем ударился об это бревно. Что у нас... здесь. Ого. О, вот это вот уже что-то поинтереснее. Что в нем воткнуто, мне-то надо? Гитара во рту. Любил музыку. Вообще обожал, он меня съел. С фонариком. И с дробовиком. Есть люди, которые я съел деда, он съел как, гитару. Музыку. Твою мать, это чьи хоромы здесь? Это... О, нормально это сидит. Когда мне отключают дома интернет, я себя примерно так же чувствую. Ой-ой-ой, Вась! Вот такого я еще не видел. Какого? Смотри, какой тип. Ну, военный. Ой-ой-ой. А, все. А че он в балаклаве? Я не знаю, о чем он в балаклаве.
у кого-то. Отлетел. У кого не было дробовика. Значит, не могу, я прям не могу. Я чувствую, что я что-то не то делаю в этой жизни. Сейчас особенно сильно это испытываю, это ощущение. Иванус и в роте, и бум, закину все за один раз. Как думаешь? Блин, хочу Fall Guys поиграть. Вот реально, Fall Guys, надо хочется поиграть, что-то подобное, типа простое. Стоит скачать Fall Guys? Нет, 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 не надо. Конечно. Нет, нет. Будь нормальным человеком, не трогай. Fall Guys нормально. Не надо. Не забудь, это сложный уровень, у нас уже отвалилось. Я помню, я пройду. Не, вот ждем. О, что с отряда теперь есть? Я только что вас испытал. Я хочу его задушить. Вась, я хочу найти этого человека, поймать его и отгрызть ему. Вот зачем мне эмоции? Зачем они мне? Вась, мне надо прийти первым, я единственный в нашей тиме. А что это даст? Вытащу вас всех с дерьма. Из могилы? А, прикольно, типа, если вырыть то-то... Да ё-моё, как? Господи боже! Господи божечки! Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Говори, описывай эмоции! Человек спросил, надо ли качать Fall Guys, опиши эмоции! На языке вертится привкус детского... Ну такое что-то. Прекрасно. Рука чуть-чуть подергивается. Вкусненько. Правая сиська. Наверное, у меня инфаркт миокарда. Все, вот не качай эту игру. Качай. Понял. Не надо. Я бы скачал. Ну а сегодня я хочу порекомендовать вам кое-что новенькое. Автор покушает, но это одобряемо. Вот это автор покушает, потому что антимайни пришел. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в MoneyShop уже скидки в честь открытия. Поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, Бравл Старс и прочее. А также добавился Roblox и все игры с Microsoft Xbox. Переходите, смотрите, ссылка в описании. Учитывая, что сегодня я готовлю вам соляночку, знаете, что я нашел? Григория. Григория Англи... from England. You are from? I'm from England. What? What? Это what? Это в розетке. Я говорю, I'm from England. А, ты говоришь, I'm from England? I'm from Zinglesberg, England, and something like a word, yes, of this, the earth, and... Ты просто рандомные слова говорил. Просто рандомных слов наговорил. Окей, я говорю, а ты откуда? Ты откуда? Я говорю, I'm from England and Moon and Solar Moon. Сайлор Мун. Я правильно услышал? Как у тебя вечер? Ты классный, с наступающим, very nice pussy, and елка горит, Новый год красиво. Shut the f***. Ой, гений, гений. Подмешивать какой-то бред, блядь, в ответы и видеть реакцию на любую, это пиздец. А откуда у тебя такая одежда? Откуда у тебя такая одежда? Я сшиваю сам свою одежду у себя дома в подвале, когда мои дети спят. А ты кто? Я себе. А дети в подвале? Нет, когда дети не спят в подвале, когда я сшиваю себе одежду, они спят в bed, in the room, in the party 50 cent. In the party 50 cent. Откуда приходит генератор рандомных слов, блин, просто какой-то. Я знаешь, что не понимаю? Почему они до сих пор ждут что-то? Они вовлечены в этот диалог, ты понимаешь? Надо понять, куда идти и что делать. Это Форс? А, да, Форс. Как будто эта игра уже вся себя исчерпала. Мы все посмотрели. Что? Это такое? Что? Я только сказал, что эта игра с тебя исчерпала, пришел тип с мотором от лодки! На! Заехал. Я хочу полететь так, чтобы ногами цеплять в озеро, но не буду. Я хочу просто наслаждаться полетом. Я хочу говорить о том, насколько это прекрасно, насколько это
великолепно и красиво, насколько безмятежно и спокойно, насколько хорошо сверху, насколько не нужно стрелять, не нужно думать об убийствах, о смертях, насколько все здесь замерло. К чему это ведет? Спокойствие, умиротворение и благоговение. Как тебе слово? Мне нравится слово благоговение. Оно как будто бы, знаешь, у Заики спитали это слово. Да, отличное слово. Посмотри на облака, может, ты где-то увидишь кого-нибудь. Я вот вижу тираннозавра. Чего? Я вижу оленя. Я ничего не вижу. Ладно. В жопу облака, это наша остановочка вроде как. И белочка. Мне кажется, так... вижу лося! Лося! Он просто приземлился в лося. Бедный лось. Минус лось. Если ты падаешь, тебя отрезают кисть. Реально, Вася. Если ты падаешь, тебе ступню отрезают. Классно. Миленько. Прям по суставчику. А, прям как свинишку вырезать, да? Ладно, Вася, все хорошо. Я максимально собран, просто максимально. Он спорил в самом начале, да? Я никого не буду сталкивать. Не нужно все делать грамотно, но нельзя падать вообще. Типа, тут нет права на ошибку. Ты зашмяк. Нет! Полин, отойди. Я чуть не упал. Я тоже. Вась, так засейвился. А мы с тобой вдвоем здесь. И что ты стоишь, блядь, Келвис? Ой, блядь, прошли, Вась, остались. Сын. Остались конечности. Сын, блядь. А ты где? А ты чё на месте топчешься? Что со мной? В смысле? Что со мной? Антон, ну, залагал. Так он не засчитывает. Нет, ты умер, Вась, ты умер. В смысле? Вась, в смысле? Ты же зашёл. У меня не засчитывается финал. Я финиширую! Разрыв соединения! Нет, не рубите ноги! Нет, Вась! Вась, да быть не может! Да быть не может! Да нет, да я прошел, Вась, у меня запись есть! К счастью, я цел. Минус нога. Ну что, господа, большое спасибо за просмотр. Небольшие выводы по КС. Вообще играется прикольно и в целом, ну, довольно свежо. И вообще хорошо, что что-то с ним сделали и вышло какое-то обновление крупное. Да, все, конечно, прикольно, но Valorant. Ну или что-то типа между вот Valorant'ом и... стендофом и... Прости, господи, что я такие слова использую, тем более на Ютубе еще. Конечно, главное, что базовые принципы остались прежние, что играется она по-прежнему, но все такое немножечко в казуальщину, а-ля детская. Ну, совсем немножко. В целом, в любом случае, я рад. Обновление свежее. А что казуального стало? Я совсем понимаю. А мне хочется кушать. Я пошел есть. Всем пока. Я совсем понимаю, а что казуального-то? Ого. Она горит. Ебать, я успел на такой звездный час. Понял. Поиграли. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Ну, знаете, что надо делать? Приходите подписываться на канал Джохана. Обязательно. И на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо. Всем удачи, всем пока.